Всем привет, с вами Адуки и Аристократ. И сегодня мы будем играть в снайперы. Давайте, ребят, первый раунд. Это уже вторая серия. Да. На третий, карте Чернобыль. Третий. Да. И мы, ребят, поехали. Первый раунд. И, ребят, я кое-что... я очень в хорошем месте заспаунился, потому что... Здесь. Очень в хорошем месте что? Ой, ребят. У меня, ребят, кошка. Мне ничего не понимает. Кошка. Кошка? Что кошка? Ну, кошка. Ребят, это крутая штука. Вот, видите? Что такая кошка? Это не кошка важно. Или это... Кошка! У меня кошка. Что такая кошка? У меня кошка, всё. А, ну ладно, пофиг. Ты, походу, кота нашёл, блин. Ну ладно, давай. Я за твою душу пришёл. Ага, хорошо, иди. Ребят, вы понимаете, что мы сейчас не изо всех сил играем, потому что нам лагает. Да, правильно. Что? Мы и не всех силах играем, потому что нам лагает. Да. Если бы я играл очень хорошо, то бы Эдуки ему конец ему удобный. Я бы его наконец. Что? Нет. Вот он! Что нет? Я ничего не понимаю, ну ладно. Я тебя вообще не нахожу, ты где? Так, ребят, тихо. Тихо. Ничего. Признайся, ты здесь? Нет. Так это... Иди, иди. Да, а ты где? Так где на крыше энергетика? Я в энергетике на крыше. Я и у меня крыша энергетика, ты это знаешь, да? Я тебя не вижу, я на крыше энергетика, тебя там нету просто. Ай! Ты меня видел? Ай, крыса! Ай! Нет. Эй! Ты чё? Ты ну, жопа тебе. Ай! Я тебе! Ай, ты здесь! Ты очень лагаешь, чё ты такое? Ты где? Убил! Кого убил? Как? А я не понял вообще, ребят. Следующий раунд. Поехали! Смотри. Ребят, тут какой-то... Итак, мы начинаем. И я спрятался в какой-то жопе. Я не знаю, ну ладно. Так, здесь никого нету. Адуки, ты где? Признайся. Я не знаю. Уверен, ты не знаешь, да? Да. Так, стоп, надо проверить этот этаж. Так, здесь нету. Что? Ничего.
Странно, тебя не видно. Ну ладно, сейчас. На крыше. Крыша всегда. Он прячется всегда на крыше просто. Да, да. Его нету. А ты где, признавайся? Я не знаю. В школе. Нет, это не в школе, я не знаю. Как ты не знаешь? Ну ладно, ты где? Я 99Б. Что? Чё слышал? О, семечка Тим. Чё за семечка Тим? Что за семечка Тим? Какой-то тут написано. Да не знаю. И типа, 2 умножить на 2 равно 5. Я не знаю, но походу это двоечник это написал. Это случайно не ты? Это? Да, это не ты или ты? Я. А, ну ладно, тогда тебе двоечник. Это тебе правда. А, понимаю. А ты? Да нет, не двоечник, а... Ну, четверка и пятерка. Короче, я в школе. Ну, поздравляю. Ну... Учись в школе. Да. Ну ладно, учись. Не, я в школе. Да я знаю, что ты в школе. Эй! Нет, 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 нет! Эй! Как это? Что у тебя там было? Зарядка! Что такое? Да? Ой, ребят, поехали! Так, ребят, все, поехали. Мы начинаем, и я так думаю, что Адуки... то есть, надо начинать жесткую игру. Да. Чтобы Адуки всегда выигрывал. Так, сейчас. Надо включить стратегию. Какую я не знаю, ладно, да. А, да, точно, ребят. А я забыл. А ты случайно не заметил мою кошку, когда мы сражались? А, да, я заметил то, что у тебя там какой-то, не знаю, что ты такое, как это назвать. Что ты такое? Я только объясни, пожалуйста. Это просто... Я ничего не знаю. Да. Объясни, это... что ты такое. Это просто крутая штука. Она мне... Она даже мне вообще не помогает. Она как раз мне мешает. А, ну, понимаю. Ага. То есть это читы, да? Походу. Ты что, шутишь? Какие читы? Что это такое у нас? Такой предмет у нас нету. Да там просто в сундуке был. Я просто нашел его. А, в сундуке, да? Но я не знаю, что. Я даже не знаю, как им пользоваться. О том, что я... Ой, да блин. А ничего того, что эти сундуки поставил я. Это тебе не скучает? Просто я знаю, что там находится. Я не знаю. Там я чем очистил кровь, даже денег не осталось. Крыса, крыса, крыса!
Я тебя не вижу, ты где? Короче, я в школе. Да ты всегда в школе, что ли? Это твоя любимая нитка, да? Там. Да. Прячешься, крышишься. Крыса просто, крыса. Ай! Нет, нет, нет! Что нет? Ничего. А что такое ничего? Ты меня увидел, да? Ай! Нет, я тебя не видел, я просто сломал стекло, которое... Стекло, которое мне мешал. Иди сюда! Да, я в школе! А я в пятиэтажке. Понял. Я ты врёшь. А как я могу врать? Я стреляю, я стреляю! Нечаянно было. Ну ты испугался. Так, ребят. Ничего нет, не обнаружаем. Да! Это самый лучший кил, даже так сказать. Я минуточку, ты даже был на воздухе. Все, давай, поехали в другой раунд. Три. Так, два, один. Я выиграю. Это, ребят, последний раунд. Ничья или я выиграю? Либо ничья, либо ты. Да. Потому что... Ну, я лучше, блин, болею за ничью, чем ты. Не-е-е! Я же выиграл. Где тебя, только признайся? О, кто там такой синенький... синий наушник и там? Кто ты такой? Алло, Адуки. Кто у него такой синий? Одежда. Ай! Нет, не пуляй, не пуляй, не пуляй! Погоди! Погоди! Как? Ребят, еще один раунд, поехали! Так, ребят, тихо. Да просто, ебать, ему не лагает. У нас слабые компы, у меня то есть интернет слабый, а у Эдуки комп слабый. Да, у меня вообще ГОВНОА. Если я сейчас установлю больше, чем 20... Больше, чем 100, то у меня, знаете, в горячую микроволновку. Да. Эдуки, ты где прячешься? Ребят, вот если я вам прямо скажу, что типа без вас, типа когда я не снимаю, 100 раз легче снимать, ну типа играть. Без роли, то есть без этой программы для снимать. Ну да, просто играешь и все. Говори документы, вот как я вам сказал, здесь нету никаких целей. Здесь есть только старые документы, старые, не знаю, чего там еще. Да ты где? А, угадай. Где мое любимое место? Чернобыль. Ой. Это все это Чернобыль. Мое любимое место еще не Чернобыль, а будет еще новая карта. Тут карта будет моим любимой картой. Да. Энергетики. Да, как ты угадал? А, рил? Круто. Я читил, читил. Не бойся, Эдук, я не страшный. Ты очень страшный. У меня такой вопрос. Я нахожусь в соседней крыше, а ничего, что ты у тебя там люк? Люк. Как ты хочешь его назови, но ты... У тебя 4... Это кошка. Какая нафиг кошка? Это крюк. Это кошка. Кошка, это кошка, это кот. Крюк, это крюк. Это кошка.
какая я еще хуйня пью? Что? Объясните, ребят, ему, что это кошка. Кошка? Это кошка. Я без прицела убил тебя. Следующий раунд, поехали. Вот пятый раунд. Итак, три не... Два... Я уже начал, всё, давай. Дальше не будет, потому что у меня... Можно объяснить, как ты попал в то место, где я спрятал? Ребят, шестой раунд, парень. Ребят! Так, продолжаем разминочку. И так, и два. Ой, так, и... Просто, ребят, почему он начал, почему он выглядит? Потому что он КС играет 2-3 года, и он просто читерит. Всё! Я знаю, мистер. И он... Я знаю, мистер, положение прицела, поэтому... так, тренируемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это я сейчас стреляю. Ты где находишься? Ты где? Просто, ребят, я вот, типа, сдалека я вообще не попадаю. Вообще. Без шансов. Но вот сблизи... Привет, ку-ку. Ты где? А ты где? Нет! Только что в мне. Так, ты только что стрелял. Я не стрелял. Алло, да. Я не стрелял. Ай! Короче, я умер, ребят. Как ты умер? Ну, потому что я умер. Ты же первый, ты же первый. Нет, я умер. Как ты умер, объясни, пожалуйста. Обычно. Ты разбился, что ли? Да. Нет. В чате не было никаких, это... не было. Да как просто ты? Я так сделал. Тихо, он. А как ты можешь разбиться? Просто. Ой! Крыса! Хочу повторить самый лучший килл. Всех времен. Не получится, потому что ты не крутой. Ой! Блин! Чё это за крюк такой? Нет! Крюк мне наделаны! У меня призарядка, чё такое? Тихо! Ребят, давай! Чё за читы такие, я не понимаю. Спарился. Идите. А ты меня пугаешь. Ты меня тоже. Ну ты страшный. Ай! Нет! Ребят, всё, будем прощаться. Человек, человек-паук, такой там не знаю. Ты очень страшный, знаешь, ребят. Это... Нет, я не страшный. Ты очень страшный. Короче, иди, будем прощаться. Ты возродился? Да, давай, иди сюда, будем прощаться, ребят. Ну, просто... Подожди. О! Ребят, три... Три! Нет, три, четыре, три. Я выиграл, короче, ребят.
будем прощаться. Конечно, ребят, ничья, потому что сами понимаете, да. Нет. Ребят, всем удачи и. Проиграл. 4-4, чел. Какого 4-4, я больше. Я же сейчас тебя убил. Что? 5-4. Всем удачи и пока-пока. Короче, вид пока. Всем пока. Ну, это хорошая штука. Это хорошая штука тогда, когда... Ебать, что происходит? А что? Чё? Нет! Пока! Так, давай. Нет! Поднялся на тебя, да? Да. Ребят, давай. Я просто играю от третьего лица. Это сейчас бонусная оценка. Ну ладно, если начинаем тогда. Без призрака. Без призрака, пья. Ты где? Ай! Да, давай. Что за немощи просто? Да, хорошо, что мы хотя бы убили друг друга. Ребят, я лучше играю. Ты знаешь, что ты был бы покойником уже? Ты где? Ты крыса! Во-первых, я не крыса, а во-вторых, я убил частичку. Крыса? Второй раз убил честным путём. Третий раз убил честным путём. А ты целишься? Четвёртый раз. Нет, ты точно целишься, начал. Я не целюсь. Подожди минуточку. Изи. Без лака. Очень сложно попасть в цель. Ну ты точно целишься. Да нет, как я целюсь, если ты целишься, то... Это невозможно целиться и попасть. Смотри сейчас. Мне лагает. У тебя тоже такое, если ты целишься, у тебя лагает? Мне очень лагает, чел. Когда просто обычно целишься, то это ничего, то есть... Не лагает, а если целишься и ходишь, и все, шлёпа. Это опять из-за лаков. Сейчас подожди, я закрою программу.
Ребят, все, убивайте и всем удачи. Это, ребят, была маленькая бонусная оценка. Всем удачи и за первое, ребят, да. Все, всем удачи и пока-пока.